коттеджах и на дачах, в подвалах и этажах кладет трубу Серега на совесть, а не за страх. Это котельная в полуэтаже здания или полуподвала коттеджа. Завтра здесь уже будут лить полы. Вот тут будет узел ввода и, соответственно, разводка труб по самому помещению. Радиаторы я уже развесил. Здесь вот такая приступка. Пришлось поставить на каждую трубу по два фиксатора. Это мои вещи. Там киргизы пришли, электрики. Вот такое. Делаем.